Туву приехал коллектив Национального драматического театра Республики Калмыкия имени Басангова в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Накануне на базе музыкально-драматического театра Тувы актеры из Калмыкии встретились с журналистами республики. На пресс-конференции художественный руководитель Калмыцкого театра Борис Манжиев в первую очередь отметил, что в последний раз в Туве Калмыцкий театр был 32 года назад. По его словам, за это время много всего изменилось, но радует одно – с какой теплотой братские республики встречают их. В Фейсбуке говорят, вот приехали калмыки через 32 года. Я так посчитал, действительно. Здесь у нас приехали артисты, которым даже 27 нету. Они даже не... Понимаете, какое счастье сегодня Российской Федерации в лице Министерства культуры, департамента по поддержке гастрольной деятельности подарила нам вот такой случай. Мы бы не приехали, друзья. Вы же прекрасно понимаете, что сегодня театральная региональная политика настолько сузила свои географические путешествия, что вы кружитесь вокруг себя, а мы кружимся вокруг той стороны. Стоит отметить, что театры Калмыкии и Тувы – ровесники. Также их пути соприкасаются в плане национального контекста, когда режиссеры посредством постановок и спектаклей передают исторические события или же рассказывают о традиционном быте своего народа. Это театр, где случаются чудеса, и это чудо очередное случилось, и мы здесь. Мы очень рады, что мы приехали сюда к вам, очень рады. Посмотреть, как вы живете, посмотреть вашу культуру, ваш театр. Жалко, что не удастся посмотреть вашу работу, но случится очередное чудо осенью. Вы приедете к нам, и тогда мы уже познакомимся. Двустороннее будет знакомство творческое наше, театральное. Также в ходе встречи Борис Манжиев рассказал о постановках, которые увидят тувинские зрители. Для показа в рамках гастроли были выбраны самые лучшие постановки, привлекшие наибольшее внимание публики и ставшие хитами театральной афиши. Это спектакли «Я Будда», «Араш» и фольклорное действие «Калмыцкая свадьба». Тема очень больная. И эта трагедия отзывается до сих пор у нас. И мы, что бы ни говорили, как бы ни задабривали, мы эту боль не забудем никогда, будем переносить. О том, как из жизни народа были вырваны 13 лет, растоптано было достоинство, честь, государство. Отметим, что Национальный драматический театр имени Басангова имеет богатую историю, принимает активное участие в гастрольной деятельности, удостоен множества наград на российских и международных фестивалях театрального искусства. Участие в обменных гастролях предоставит возможность Калмыцкому театру познакомить публику городов Горно-Алтайска, Кызыла и Улан-Удэ со своим творчеством, с новыми гранями и развить профессиональные контакты между родственными региональными театрами.